Всем приветики, мои хорошие. Не капнуть я, конечно, не могу. Если честно, голодная до ужаса. Чтобы сейчас чего-нибудь бы сейчас как съела такого. Но мы сейчас будем готовить, только кушать. Так. Такое мы не слушаем. Это вроде ничего пойдет. Это кто там ко мне лезет? Короче, сейчас попьем чай, кофе вернее, и подумаем, что будем, вернее, я хочу рассказать, что я буду готовить сегодня. Ты не брокколи кричишь? Руку убираю, начинает шуметь. Что за фигня? Кто-то написал. Шумит. Возле себя, что ли, поставить? Европа плюс Казахстан. Нормально, пусть играет. Короче. Еліміздің бас қаласында. Блин. Сағат тілі 11. Заказов русского радио. Приветов и поздравлений. Всем привет, друзья. Короче, всем здравствуйте. Воскресенье. Череда столов заказов начинается. Хочу торт приготовить. Первый из них стартует прямо сейчас. Хочу один торт приготовить. Один, короче, пирог хочу с фруктами приготовить. Опять я вот, увидите, я только по воскресеньям готовлю. Много как наготовлю. Чебуреки хочу сделать. Мы открываем вместе с вами. Приглашаю вас. И, наверное, я не знаю, что-то же еще нормальное нужно приготовить, чтобы Витюха кушал. У меня вот новый имидж. Я теперь кучерявая вся. Всегда. Даже когда помою голову, я их расчет, как сказать, полотенцем, короче, сушок. Отличного, и они у меня хоба и уже накручены. Друзья, химия называется. Так, не забываем. В общем, начнем, приступим и давайте вот сделаем вот это с чего-нибудь любимого, знакомого. Я как всегда проснулась в прекрасном настроении. Хочу готовить, творить, жить и радоваться жизни. Платье белое, фата. Какой лучше выбор? О, красный. Зеленый. Это вообще голубой, но и сиреневая какая-то. О. Индалека. Чё? Я его только настроила, сейчас я его опять расстрою. Кошка моя стала, короче, это, хулиганить, представляете? Цветок мне вчера перевернула. Ночью зарядку перегрызла. Теперь зарядку нужно покупать. Витек хочет этим очки себе кобра, чтобы я ему купила. 20 с лишним тысяч, короче, стоит. Не знаю, пообещала, самой не хочется такие деньги. У него есть очки? Хорошие, нормальные очки, но только что не кобра. О, вот так вообще прикольно. Может, что-то кофе скушать? Шоколадочку хочется. Лежала только что в ТикТоке. И мне сплошь и рядом, вот всегда говорят, когда хочешь кушать, тебе все будет попадаться, вот, что связано с едой. Вот мне и попадались всякие чизкейки, курочки и всякое такое. И мне прям аж так, это ТикТок виноват. Аппетит меня разыграл. А что у меня? Опять это сердце мое колет или болит, или хрен пойми, что с ним. Надо идти в больницу сходить. Что скажет? Не знаю, много-много лет назад, лет, наверное, 8 назад, у меня уже подобное было состояние, даже еще, наверное, хуже. Я вот ходила в больницу, проверялась,
мне антидепрессанты, представляете, прописывали. Какие-то очень сильные, там была прям вот маленькая таблеточка, а ее нужно было еще половиночку в день. Пол таблеточки вот этой маленькой в день. Я помню, мучилась, она настолько маленькая, что ее половину практически невозможно вот разрубить напополам. Ну вот. Я забыла, как они называются, и не могу теперь найти. Ты меня простишь наверняка. На часах 00, я старше на год, и пришел мой день. Значит, надо бы собрать друзей. Меня сегодня ты не жди домой. На часах 00, я старше на год, настроение очень хорошее. Сейчас будем творить, кашеварить. Один я вообще прям знаю, как я приготовлю. Это будет желе. Нам нужно желе. В последнее время у меня очень много тратится желе. Надо его прям накупить. Еще больше. И знаете, у меня есть сухое молоко. Короче, история такова. Оно у меня уже лежит давно. И там... как это, повредилась, короче, упаковка. И он у меня как бы такой засох весь. Я знаю, что есть какие-то рецепты сухого молока. Надо найти в интернете, посмотреть, найти и как-то использовать это, чтобы не выбрасывать. А вон оно у меня лежит, я его не выбрасываю. Короче, хватит болтать. Нужно начинать готовить. Сейчас еще скоро Витя придет, потянет меня в Гранд Спорт. Ну, это балует себе. На часах 00.